Хоба. Вот так, это лыженьки. Где-то Мишенька. Мишенька сейчас постоянно ходит по полке. Мало того, что по улице ходит, он и дома в ней, и даже спит. И, ребята, вот кто-то мне писал, что же у животных, там у кошек, собак диабет. Так вот, сейчас ему стало резко лучше. Вот у нас одно время совсем что-то плохо стало с Мишкой. Ну, часто писался. Вот. Это совпало с похолоданием. У нас было одно время холодно. Вот. Ну, сейчас-то плюсовая, конечно. Температура сейчас, ну, не знаю, где-то времени час примерно дня. Вот. Ну, плюс 2, плюс 3, может быть. Вот. Зеленая травка. Вот. Но я вот, я говорю, вот когда у нас было похолодание, и Мишка прям что-то как-то дурно себя чувствовал, я на него вот один раз надел и больше не снимал вот эту вот красную попонку. Вообще не вижу, куда снимаю. Солнце. Ну, вы видели ее 100 раз. Вот. И ему стало сразу лучше. Так что имейте в виду, даже если кошка. Да не знаю, придумайте какой-нибудь носок, что ли, надеть на кошку. Или, ну, что-нибудь еще, рукав какой-то. Вот, это я вот просто вспомнил и решил вам сказать. Ну, а так у нас, вот видите, что. Погода совсем не зимняя. Я вчера смотрел прогноз, что у нас, в общем, температура, ну, ниже средней, ну, то есть как, наоборот, выше средней, ну, за все времена, вот, такие дела. Ну, что, трава вообще зеленая, ну, куда деваться. Ну, вот, собственно, снимать-то особо нечего. Рыженький сидит. Ну, вот сидит он и сидит. Рыжий. Да, вот он, да. Откликается. Почту он сегодня облаял, так что выполнил, что ему полагается. Миша ходит вдоль забора. Ему там нравится. Ну и, собственно, я этот ролик-то затеял только из-за того, показать вам Мишку и сказать тому, кто тоже имеет животных с такой болезнью, чтобы имели в виду. Ну, может быть, это только у Мишки? Да нет, у него и шерсть, кстати, вылезла. Я думаю, это общее правило. Когда тело в тепле, как-то лучше идет процесс. Ну, в общем, и все, ребята, а нечего больше показывать. Ну, это вы все видели уже 1000 раз. Ну, это рыжий, вот он. Ну, так он сидит. Теплая земля, видите, прогрелась. На попе сидит. Рыжий вообще далеко куда-то. То есть это Мишка давно, да далеко вообще куда-то ушел. Да ладно. Все нормально. Все хорошо, прекрасная маркиза. Кошечка приходит, но она в дом не заходит. Ну, больше нечего говорить, так что пока. Всего хорошего. До встречи. С вами доктор Влад. И 2 собаки. Вторую собаку еще надо искать. Да вон она. Это Миша. Чао. Я уже пошел домой. И вот что заметил. Это одуванчик, да. Нифига себе. Ну ладно, все.